здравствуйте еще раз. Всем доброй ночи. Вы попали. Вы находитесь в клубе Алексея Козлова на мероприятии, которое называется Club No Jam. Я всех вас приветствую. Всем доброй, доброй ночи. Здравствуйте. Спасибо, что вы пришли. Спасибо, что вы с нами в этот замечательный трудовой рабочий день. Вообще от души. Итак, друзья, мы вот собрались наконец-то все нашим, так сказать, отрядом музыкальным. И я вам предлагаю сейчас погрузиться в пучину музыкальных вот этих всяких нот и всяких подобных разных инсинуаций. Мы начнем. Первая композиция будет инструментальная, и мы готовы ее нажать специально для вас. Готовы ли вы ее услышать? Скажите, пожалуйста. Есть красивые эмоции? Здорово, супер. Спасибо, что вы здесь. Club No Jam в клубе Алексея Козлова. Первая композиция инструментальная. Поехали. We'll be right back.
и продолжит. Артем Погосов играл на саксофоне. Василий Лесин играл на трубе. Руслан Смага сегодня у нас здесь на гитаре. Николай Ощанский на бас-гитаре сегодня здесь у нас. Александр, конечно же, Афаев сегодня здесь на барабанах. Друзья, итак, мы продолжаем наше путешествие музыкальное. И я бы хотел пригласить на сцену девушку, которую зовут Анна. Анна. Ее зовут Анна, и фамилия у нее, ну как она себя называет, попёрла, в общем-то, да? Жестко попёрла. Итак, Анна, вот смотри, чтобы тебя попёрло, нужно взять этот микрофон непосредственно в руки и раз-раз-раз сказать, да, и там должно быть что-то слышно. Друзья, итак, следующая композиция, которая прозвучит, называется «It's Love». Может быть, кто-нибудь из вас знает такую вокалистку, которую зовут Джилл Скотт? Такая американская, да? Кто знает, поднимите руку. Ну, отлично. Кто не знает, сейчас узнаете, друзья. Вообще, если вам интересна музыка, которая сегодня у нас здесь звучит, вы можете ее с легкостью найти в нашей группе ВКонтакте. Называется наша группа просто «Glamos Jam». Заходите, смотрите все плейлисты, все аудиозаписи, в общем, там все, что мы играем здесь для вас каждую пятницу, друзья. Поэтому спасибо вам огромное, что вы здесь. Еще раз всем доброй ночи, кто вновь к нам прибыл. Вы находитесь в клубе Алексея Козлова. До «Glamos Jam», друзья. Спасибо огромное за ваши эмоции и за то, что вы сегодня здесь с нами. Итак, Анна поперла. Вообще, здравствуйте. По полной программе поперла. Я сегодня обокрали хостел, но я все равно решила переехать в Москву. И я хотела бы сказать, раз уж у меня уже в руках микрофон, ребята, какие вы крутые! Для меня огромная честь вообще сейчас что-нибудь делать. И скажите, я просто действительно не местная, это частая история, но скажите, я реально с крутыми музыкантами, да, сейчас походу на сцене стою? Да, да? Ну, то есть, короче, я стою, и мне сейчас везет, да? Получается, что так. Сейчас бы попёрла в натуре, давайте попёрла. Итак, Анна, в общем, попёрла. Друзья, что, послушаем хорошей музыки, да, еще? Поехали. Thank you.
Сломали микрофон. Итак, друзья, спасибо огромное. Это была Аня Боберла из замечательного города под названием Челябинск, друзья. Да, так. Да, нормально, Станкоград качает. Ну, собственно, я тоже оттуда, из славного, замечательного города Челябинск. Всех вас поздравляю, и себя тоже. Итак, друзья, спасибо. Даниил играл у нас на барабанах, Даня, спасибо. Супер, конечно, супер, было очень весело и здорово. Итак, продолжаем наше музыкальное путешествие, друзья. И я бы хотел пригласить на сцену девушку, которую зовут Наталья Корс. Сегодня здесь у нас в гостях на Главпост Джеме. И сейчас мы исполним композицию, которая называется Lean On, группы, которая называется Postmodern Jukebox. Может быть, кто-нибудь знает такую группу? Ну, в общем, если кто не знает, опять-таки сейчас вы узнаете. Знаете? Здорово. Ну, отлично. Итак, друзья, микрофон у меня поменялся. Спасибо. Андрей Ласкин сегодня здесь у нас в гостях. И, как всегда, каждый день Флория Алексея Козлова, этот прекрасный человек, создает нам здесь звук и всю атмосферу музыкальную на нашем вот этом пьедестале, на котором мы сейчас находимся. Итак, дамы и господа, композиция Lean On, Наталья Корс. Прошу вас, вас сюда. Классно здесь у вас, ребята. У нас вообще просто здесь буран. Прокачали, вообще супер, молодцы. Итак, композиция Lean On. Расскажи пока про свой творческий путь, расскажи пока, Наталья, откуда ты, кто ты, чем ты занимаешься? Я вообще из города Барнаул сюда приехала. О-о-о! Есть кто-нибудь из города Барнаул сегодня здесь у нас в гостях? Барнаул есть, да? В Москве я уже лет 8, наверное. Супер. Такой мой дом.
творческий путь, я автор-исполнитель на сегодняшний день. Ну и так тоже кавер-версии любимые, известные. Ну, в общем, мы сейчас исполним для вас любимую кавер-версию. Поехали! Bye.
огромное, друзья. Наталья Кора сегодня здесь у нас. Живет нашего чудо-мероприятия, я так понимаю, правильно, да? Долго договаривались, но тем не менее мы встретились. Итак, дамы и господа, двигаемся дальше. Следующая композиция, которая сейчас прозвучит, называется «Many the Miles», друзья. И я хочу пригласить на сцену нашу сегодняшнюю гостью Анну Кирик. Вот она здесь у нас сегодня, появляется с прекрасным настроением, конечно же, естественно, и композицию, которую мы сейчас изобразим для вас, называется она «Many the Miles». И, друзья, еще раз всем доброй ночи всем, кто к нам присоединился. Здравствуйте, вы попали на главный джем клуба Алексея Козлова. Сегодня пятница, отличный день для хорошей музыки. Собственно, как и каждую пятницу мы здесь собираемся, радуемся, веселимся и играем хорошую музыку для вас, друзья. Всем доброй ночи, пожалуйста, отдыхайте, веселитесь. Скажите, кстати, такой вопрос. Ответьте, пожалуйста, кто сегодня здесь в первый раз случайно зашел, забрел и вообще удивился? Здорово, друзья. Прекрасно. Очень рада вас видеть. Каждую пятницу заходите к нам сюда, у нас здесь всегда очень весело и, так сказать, вот это позитивно называется. Итак, Анна Кирик, композиция, которая называется «Money the Miles», и мы начнем. Thank you.
To my blood, back to
одного не пройдет. Oh, I finally decided my future lies beyond the ivory crown. So goodbye, yellow brick road, where the dogs of society howl. Back to motherland, back to the holy roll out the words, haunting the only back door. Oh, I finally decided my future lies. Finally decided my future lies. Decided my future lies beyond the yellow brick road. Спасибо, Саша, огромное. Это прекрасная композиция. Кто знает такую курскую позицию? Узнал? Друзья, поднимите руку, кто узнал. И кто знает, и кто возрадовался. Это здорово. Спасибо вам огромное. Спасибо, Саша. Это здорово. Друзья, на этой замечательной композиции я спешу вам объявить о том, что у нас небольшой музыкальный перерыв. Музыкальный перерыв, но музыка в нашем здании не прекращается, и музыка заполняется замечательным нашим вот диджеем. Диджей Франц сегодня здесь у нас, как, собственно, и всегда. Давайте, друзья, у нас есть небольшой импровизированный танцпол. Как говорит Алексей Минченко, он бесплатный пока что. Вот, поэтому, друзья, давайте танцевать, веселиться. Сегодня пятница, очень здорого. Всех с началом 1 мая. Вот-вот уже скоро эта дата настигнет нас всех. Всех вас поздравляю с майскими, праздниками, да, дамы и господа. Давайте отдыхаем, веселимся и, в общем, зажигаем. Диджей Франц для вас сегодня на Главпостджеме. Хорошего всем настроения. Погнали. Ура, 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 ура. Спасибо, диджей Франц. Спасибо за эту прекрасную музыку. Всем нам, всем за хорошее настроение. Спасибо за огромное за танцы. Друзья, мы продолжаем наше музыкальное путешествие, наше погружение. Итак, я хочу пригласить на сцену всех музыкантов, которые сейчас у нас будут участвовать в нашем погружении. И первая композиция, которая прозвучит, будет инструментального характера. И сегодня у нас здесь в гостях Иван Акадов. Иван Акадов, который сегодня здесь у нас. Артем Погосов на саксофоне. Я знаю, есть Александр Абрамов, который на саксофоне в этом идет, я его вижу. Хоть мне сопит все глаза, но я его вижу и чувствую. Итак, сегодня у нас здесь в гостях Тигран на клавишных инструментах. Друзья, давайте его приветствуем. Итак, сегодня Нил у нас на барабанах. И композиция у нас будет такого, знаете, хип-хоповое направление. Кто-нибудь любит хип-хоповое направление на музыку? Здорово, супер. Итак, Артем Погосов. Василий Ересин, Александр Абрамов, Никита Рачков, Рачком, Дружком, в общем, все. Все приглашаются. Все, да, все, и ты тоже, и все, в общем. Все люди, у которых есть вся наша духовая деревня сегодня, которая есть в здании, она приглашается на сцену для исполнения этой замечательной композиции, которая же начала звучать, друзья. Композиция называется «Страсбург Сейнт Денис» называется, друзья, и я вас еще раз всех приветствую. Вы находитесь в клубе Алексея Козлова на Главпостджеме. Друзья, спасибо огромное за то, что вы здесь, за то, что у вас эмоции, за то, что вы переполнены, это замечательно. Ну что, поехали! Раз, два, три, четыре. We'll be right back.
которые не концерты, а в принципе три. Может быть, кто-нибудь знает из вас такого замечательного басиста, зовут его Маркус Миллер. Кто-нибудь знает? Вот Никита знает, еще люди знают, это прекрасно. Вот вы знаете. Супер. Итак, Маркус Миллер. Композиция, которая называется «Три». И сейчас мы ее спросим. Тигран, знаешь ее? Знаешь? Да, она, по-моему, в силе воли, если хочешь. Если хочешь. Итак, Тигран сегодня на клавишах у нас продолжает свое все нажимание продолжает. Итак, на барабанах Роман. Итак, Евгений Смирнов и, конечно же, Никита Рычков. Хотел опять сказать Рычков. Но не могу это сделать, потому что Никита в нем фамилия Рычков, друзья. Хотя Рычков было бы тоже неплохо, знаешь? Друзья, итак, композиция, которая называется «Фри». Екатерина Смирнова здесь сегодня у нас в гостях. И микрофон вот этот, да, наверное? Дорогие наши Андрей и Вячеслав. Скажите, микрофон вокальный вот этот мы любим, да, сегодня? Супер. Один, раз, два. Ой, ой. Можно его чуть-чуть? Чуть-чуть, он свистит. Пусть у нас кровь пойдет за шею у всех, и из глаз в какой-то момент, конечно, пусть все будет начало. Я вам скажу, что в клубе Козлова очень плохой звук. Давайте избегать этого момента. Итак, друзья, композиция называется «Фри». Она красива, божественна, и Руслан Смага на гитаре сегодня у нас, и он сейчас фрик. Да, он фрик, но композиция «Фри», он начнет ее, потому что она начинается архивитом, красиво, вы знаете это все. И... Друзья, вы готовы послушать хорошую музыку немножко? Какие вы сегодня молодцы, вообще ух! Прямо ух! Итак, Руслан Смага и Екатерина Смирнова сегодня здесь, на Клаб Мосджиме. Поехали! Композиция Маркуса Миллера, которая называется «Фри». Погнали! Nothing
Эта прекрасная шиповая композиция прозвучала сегодня для вас, друзья. Итак, двигаемся дальше. Дамы и господа, как настроение? Хорошо все у вас? Лучше, нравится? Здорово. Итак, мы двигаемся дальше, и сегодня у нас в гостях есть еще один прекрасный человек. Вот он, идет. Если не делать, сдал. Итак, скажите, кто из вас вот слушает американскую всякую музыку? Кто-нибудь слушает? Кто слушает? Поднимите руку. Может быть, кто-нибудь знает такого замечательного исполнителя, который сейчас набирает, ну, уже давно обороты, зовут его Андерсон Паак, друзья. Знаете, он такой человек? Он играет на барабанах и поет. Вот. Кто не знает? Улыбается, да, вот как Володя. Улыбайся, как Володя называется ситуация. Итак, в общем, сегодня Андерсон Паак, естественным образом, конечно же, по причине того, что есть много ситуаций, он до нас не доехал, но доехал Володя сегодня для нас. Сегодня Владимир Солдатов у нас на сцене будет веселиться и кутить. И композицию мы будем играть Андерсона Пака, который называется «Come Down». Я передаю Володе слово, буквально, чтобы мы тут поняли, что мы будем сейчас играть, а Володя пока будет рассказывать. У тебя есть как микрофон, зачем тебе два? Говори свой. Нет, мой не надо микрофон говорить лишнего. Говори свой. Слова, странный человек. Эй, party people, как дела? Эти слова говорят все стандартные рэперы, я не стандартный рэпер. Поэтому можете похлопать уже просто так. Спасибо. Бэм. Короче, Андерсон Пак — это чувак, который меня очень сильно впечатлил. Это правда, потому что это очень творческий человек. Говорит, чуть потише говори, пиздишь до хуя. Это правда, он так и сказал. Не, я искренне просто. Я обманываю, я так не говорил. Я говорю, говори чуть потише, чтобы у людей кровь из ушей не шла. Это моя фишка. Вот, и что мне понравилось в этом человеке, Андерсон Пак? Он садится за барабаны, он выходит на сцену, и он делает все это настолько искренне, ну, с ним вообще пофиг. Он говорит «Привет!» Он говорит «Привет!» Он говорит «Привет!» Да. 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 И поэтому он крутой. Мне кажется, что любое творчество — это любовь. Вот отсюда, и вот сюда. И отсюда, и вот сюда. Каждому, и от каждого. Поэтому, на самом деле, мне заплатили $100, чтобы я тянул время. И если я протяну еще 5 минут, мне заплатят $200, поэтому... А если вы похлопаете, то $300 заплатим. О, да, я сегодня разбогател. Володя. Да. Как дела? Отлично. Здорово. Ребята, ну что, послушаем хорошую музыку и вот в исполнении этого прекрасного... А ты сядешь на клавиши? Чудесного человека, конечно, естественно, я это и сейчас и делаю. Прекрасно. Короче, заготовка была следующая, что... Еще один момент. Можно микрофон этот убрать из монитора, из моего, пожалуйста, чтобы я не слышал этого всего. Мы просто были соседями, он жил со мной 2 года, поэтому он уже не может слышать мой голос. Давай, вы переходите, что соседи, никого не... Это опять же правда. Так и есть, чувак. Короче, заготовка была следующая, что я говорю, вы типа слышали много рэп-песен, и вы типа знаете все об этом, и вы классные, это правда. Но, Марика с Гатмиха! Now, sugar, come on.
Спасибо, друзья, огромное. Владимир Солодов сегодня здесь у нас в гостях. Прекрасный наш чудесный человек. Итак, друзья, мы продолжаем наше музыкальное путешествие. И я хочу пригласить на сцену Михаила Гришунова. Михаил, здесь ли ты? Михаил. Да, вот он здесь, наш чудесный Михаил, он здесь. Итак, я диджей Вячеслав, начинаю свою работу. Итак, Михаил Гришунов, который сейчас изобразил композицию такого исполнителя, который зовут Music Soul Channel. Да. Композиция, которая называется Just Friends. Старая добрая, прекрасная песня. И Михаил Гришунов сегодня здесь на гостях. Друзья, ну что, послушаем еще композицию. Есть силы или что? Ну все, немножко удавились, да? Очень много хорошей музыки, поэтому слишком удавляет. Согласен. Как бы передоз происходит, местами. Согласен. Итак, композиция Just Friends, Music Soul Channel. Михаил Гришунов сегодня здесь у нас в гостях. Красавчик полностью. Тигран. Нажмешь? Да? Итак, Тигран сегодня у нас в гостях здесь на клавишных инструментах. Спасибо огромное. Тигран. Сейчас нажмем на композицию в тональности ми-минор. Насколько мне его изменяет память? Композиция красивая, друзья, мелодичная. Не вижу людей. Не вижу. Из-за света. Вот смотрите, люди машут руками. Непосредственно люди машут руками. Друзья, спасибо вам огромное, что вы здесь сегодня с нами. Я вам еще раз хочу напомнить, что вы находитесь здесь в клубе Алексея Козлова на Лафлос-Джеме, который происходит каждую пятницу. Друзья, мы вас очень рады видеть всегда. Приходите каждую пятницу к нам. Это отличное место, отличная атмосфера, хорошая музыка, много потрясающих людей, творческих, там много костей и не только. В общем, Михаил Гришунов сегодня здесь у нас на Лафлос-Джеме. Поехали, композиция Just Friends. Да. И Тигран сегодня у нас на кладбище. Если кто-то умеет петь, я просто не очень умею. Если кто-то умеет петь, то это будет момент, когда надо будет попеть. Короче, будьте готовы, у тех кого. Давай. Попытаюсь. Хип-хоп. J.D. or Steve. Thank you.
just can't stop thinking about you. You ain't even really gotta be my girlfriend. So I just wanna know your name. And maybe sometimes we can hook up. Oh,
Сегодня все в гостях ребята, которые приехали к нам в нашу замечательную страну из Франции. Это ребята, которые студенты, которые учатся и приехали всего по обмену в Гнесинку. Знаете, что такое Гнесинка, да? Гнесинский институт физкультуры и отдыха, вот эта вот академия, так называемая, да, вот это все прекрасно. В общем, откуда все, очень много отличных, замечательных, талантливых людей. И ребята сейчас будут изображать для нас очень хорошую, интересную композицию. Она будет очень веселая, потому что грустная она быть не может, она называется «Хамелеон». Я думаю, что Тигран, который сегодня у нас здесь в гостях, он явно должен знать ее. Она в си-бемоле, и там два аккорда. So. Вы готовы послушать эту прекрасную композицию, друзья? Она будет в стиле фанк, вот, и сегодня вот у нас в гостях друзья из города Франции. Ладно, ну понятно, да, естественно, что странно, я просто оружие, знаете. Это как международный фестиваль джазовый, ну вот. Сегодня у нас происходит только международный на нашей сцене. Спасибо вам огромное еще раз за то, что вы сегодня здесь, ребята. Так здорово, такой классный вообще. Атмосфера супер. Итак. Композиция «Хамелеон», Херби Хэнкока, and, yeah, are you ready, guys? Yeah. Okay. Let's go. Space. Опа.
Thank you.
Thank you.
Спасибо огромное, друзья. Итак, Тигран сегодня у нас на клавишах здесь. Артур Адам сегодня вот зажигалочка такая прекрасная. И сегодня прекрасные гости из замечательной страны, которая называется Франция. Друзья, спасибо огромное вам, ребята. Давайте поаплодируем этим прекрасным гостям. Друзья, самое занятое интересное, что это студенты, которые приехали по обеду в нашу академию имени Кнесиных. Я думаю, что каждый из вас понял, что эти молодые люди в очень даже в порядке. Ну, по крайней мере, мы это почувствовали. Это замечательно. Друзья, на этой очень положительной и замечательной мелодии я хочу вам сказать о том, что музыкальное наше погружение подходит к концу. Вот, но мы не расходимся, потому что все еще работает и можно все еще что-нибудь сделать. Хочется сказать огромное спасибо всем вам, дорогие гости, что вы сегодня были с нами. Да? Спасибо вам огромное, что вы были сегодня с нами и дослушали до конца. Это очень здорово и очень прекрасно. Приходите к нам каждую пятницу. Мы здесь собираемся, веселимся, очень отжигаем, отдыхаем. Еще, да. Отжигаем, отдыхаем, очень веселимся, играем разные музыки, друзья. Вот, спасибо огромное. Сегодня для вас играл на барабанах Александр Ахмаев. Сегодня играл на басу. Еще. One more time, guys. Are you ready to play some more music? Yeah, yes. I don't know what we will play, but it's just experience, you know? Итак, друзья, мы же для вас играем еще божественную традицию. Я тоже хочу слава. Как? Бери меня с собой. Для тебя? Нет, меня с собой тоже бери. А, где с собой? Что? Вот тут бери. Серега, не знаешь другие, что ли, закладки или что? Итак, ну что, давайте какую-нибудь интернациональную веселую мелодию, да, сыграем сейчас, раз у нас здесь наши друзья прекрасные издалека, может, не буду говорить оттуда, может, издалека. So. Очень замечательная мелодия. Она все известна среди всех музыкантов, которые хотя бы что-то немного умеют играть в своей жизни. Вот. И мелодия эта прекрасна, потому что называется «Чикен». И все ее знают, и она прекрасно удобна для нас саксофонистов. И поэтому Си-бемоль, да, сейчас очень мы весело и активно сыграем заключительную свою композицию специально для вас, для всех, кто здесь остался и кто сказал «Еще». Для всех вас. Где там Александр Абрамов, когда сказал «Еще»? А, вот он здесь, да, молодец, красава. Давай, да? Тигран, есть у Тиграна, что вы нажали еще раз? Уже нет. Ну, в общем, поехали. Чикен сегодня на главном джеме. Специально для всех, кто остался сегодня с нами до конца. Ребята, для вас эта песня. Танцуем, зажигаем. Thank you.
Спасибо огромное, друзья, за ваше терпение и вот эту ситуацию.
Спасибо огромное. Спасибо. Thank you so much for our friends from France. Okay. Thank you so much. Thank you so much, guys. Давайте поаплодируем, ребята. Было прекрасно. Итак, дамы и господа, на этой замечательной, удивительной ноте я хочу сказать, что все-таки музыкальное погружение на сегодняшней ночь закончено. И спасибо вам огромное, что вы все это послушали и впитали в себя. Ждем вас каждую пятницу здесь, на главном джеме, в клубе Алексея Косова. Друзья, спасибо огромное. Спасибо огромное всем артистам, которые сегодня были для вас и играли прекрасную музыку. Это Александр Павлов, играл на барабанах, Николай Альшанский играл на бас-гитаре, Руслан Смага играл на гитаре, Иван Акадов играл на трубе, Артем Погосов играл на саксофоне, Никита Рачков играл на саксофоне тоже, и не только. В общем, всем, друзья, спасибо огромное, всем музыкантам. Спасибо огромное, всем. Спасибо. Да, вот, и Карась. Никита Рачков и Карась. В общем, спасибо огромное. Спасибо всему, всем работникам клуба Алексея Козлова. Спасибо всему нашему звукоцеху и светоцеху сегодняшним вечером. Спасибо огромное, друзья, за звук и за свет. Спасибо огромное всем официантам, барменам, охранникам, барам и администраторам за все, что они для нас сделали. Спасибо вам огромное, дорогие гости, что вы сегодня были с нами и остались до конца. Увидимся с вами в следующую пятницу. Меня зовут Слава Гуздов, до новых публикальных встреч. Для вас продолжает играть музыку на сегодняшний замечательный диджей. Диджей Франц, поехали. Спасибо, диджей, большое. Играем, братья.